Международный валютный фонд поддержал идею президента США Джо Байдена о введении временной единой минимальной ставки корпоративного налога во всем мире. В организации заявляют, что компании и обеспеченные люди, разбогатевшие во время пандемии, могут платить больше. В фонде призывают укреплять международное сотрудничество с целью производства и распространения вакцин во всех странах. Если прогресс в вопросах вакцинации ускорится и вакцины будут доступны каждому, то финансовые, социальные и экономические преимущества будут огромными. Вакцинация может стать самым выгодным вложением средств в глобальный проект государственного сектора, заявил директор департамента бюджетных вопросов МВФ Витор Гаспар.